Несколько минут назад стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы принял решение освободить под залог в 100 тысяч рублей Расула Мирзаева, чемпиона мира по смешанным единоборствам, после драки с которым погиб 19-летний студент. О том, чтобы спортсмена выпустили из-под стражи, ходатайствовала защита. Прокурор же настаивал на продлении ареста обвиняемого еще на 3 месяца, так как он может попытаться скрыться от следствия. Также судьей было принято решение о том, что в дальнейшем процесс будет проходить в общем порядке. История с гибелью Ивана Агафонова после драки с Мирзаевым в августе прошлого года вызвала широкий резонанс. По результатам экспертизы молодой человек получил смертельную травму, ударившись об асфальт. Мирзаева обвинили в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это до 15 лет тюрьмы. Позже уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью – причинение смерти по неосторожности, по которой ему грозит максимум 2 года лишения свободы. Добавлю, что сегодняшнее заседание проходило в условиях повышенных мер безопасности. Возле здания суда дежурили несколько полицейских автобусов, а с прилегающей территории были эвакуированы все автомобили.